Друзья, сегодня хочу поделиться с вами умными мыслями, взятыми из одной умной книги. Речь пойдет о воспитании детей, родителей, и это обращение к вам. В наше бешеное время мы все заняты, загружены, нет свободной минуты, и параллельно с этим сложно воспитывать детей. Хочется какой-то предсказуемости, а дети в это не вписываются. И начинается: стой ровно, помолчи, слушай и так далее. И ребенок думает, что для того, чтобы его любили, надо быть удобным. И это переходит и во взрослую жизнь. Вот. Мы думаем, что просто так нас никто не любит и не будет любить. А если хочешь любви, пропылесось, слушайся родителей и так далее. И таким образом человек превращается в жертву. Так вот, дорогие родители, давайте не будем делать наших малышей удобными. Пусть будут хулиганы, немного непослушными, пусть игрушки будут разбросаны. От нас требуется бескорыстная любовь и немного терпения. Ну вот и все, что я хотел донести до вас сегодня. Надеюсь, был полезным. Если понравилось, рубрика «Отец молодец», дайте реакцию. Спасибо.